Приветствую вас, друзья мои! Настало время подвести итоги конкурса. Специально сейчас сделаю видеозапись моего монитора, чтобы... Ну, не видеозахватом имеется в виду, чтобы никто не обвинял меня в том, что я там какие-то результаты подстроил или что-то типа того. В общем, начнем. Выделяю ссылку на ролик с розыгрышем. Вставляю его, как и договаривались, в генератор случайных комментариев Лиза Он Эйр. Значит, первое место Дмитрий Егоров получает шеф-нож, если все условия соблюдены. Так, проверяем его подписку. Дмитрий Егоров, подписки. Несложная кулинария есть. Так, теперь репост есть. Сообщение. Привет. Ты занял первое место и выиграл шеф-нож. Поздравляем. Свяжись со мной. Обсудим способ доставки. Так, я поздравляю Дмитрия Егорова. Шеф-нож достается ему. Поехали дальше. Так, комментарий без ссылки. Проезжаем. Снова. Дмитрий Антонов. Так, опять ссылки нету. Так, Мустанг и Камаро. О, похоже, это мой друг. Так, проверяем подписочку его. Да он мой поклонник. Только на меня и подписан. Ладно, повезло, Лёша, повезло. Привет, поздравляю, ты выиграл универсальный нож. Отправить. И разыгрываем второй универсальный нож или третье место. Так, комментария нет. В смысле, ссылки в комментариях. Сергей Чурин. Так, давайте проверим все условия, чтобы были соблюдены. Сергей Чурин. Так, подписан на несложную кулинарию. Так. Репостик. Репостик есть. Супер конкурс. О, ништяк. Написать сообщение. Ты выиграл. Привет, ты выиграл универсальный кухонный нож. Свяжись со мной, обсудим способы доставки. Поздравляю. Ну вот, собственно, и все. На сегодня мы определили трех победителей. Им я и разошлю ножи. До скорых встреч и приятного всем аппетита!